Партнер программы – сеть книжных магазинов «Читай город». Анна Золотова – преподаватель английского, блогер. Книга «Homo Deus» была одной из обязательных покупок книжного года 2018. После прочтения сенсационной «Sapiens. Краткая история человечества» хотелось узнать, каким же видит Юваль Ноэ Харари наше будущее. Каждая глава требует вдумчивого чтения, критического подхода и, главное, обсуждения после. Речь здесь о новых целях человечества, сверхчеловеческие возможности, вечное счастье и жизнь и возможные варианты развития событий. Главная религиозная революция современности заключалась не в утрате веры в Бога, а в обретении веры в человека. Несмотря на сложные темы, книга написана доступным языком. С чем-то вы будете точно не согласны и даже возмущены. Так, в одной из глав «Люди – это алгоритмы, а живые организмы – порядок действий по достижению некоего результата». Краткая история будущего израильского автора Юваля Харари входит в список 100 бестселлеров 2018 года. Продолжение серии книг «Sapiens» – это попытка заглянуть в будущее, где господствующее положение займут машины, социальные сети, технологии и генная инженерия. А какая книга ваша?